Один из самых успешных греко-римских борцов в мире, легендарный борец Александр Карелин и 5 интересных фактов о нем. Александр Карелин с 13 лет начал заниматься спортом в родном городе Новосибирске. Его рост уже тогда составлял 178 сантиметров, а вес 78 килограмм. В 1981 году он записался в секцию классической борьбы. Первым тренером Карелина стал Виктор Кузнецов и оставался его единственным наставником на всю спортивную жизнь. В 1985 году пришел первый успех. Карелин стал чемпионом мира среди молодежи. Первое серьезное поражение Карелину пришлось испытать в 1987 году. На чемпионате СССР он завоевал серебро, проиграв чемпиону мира Игорю Ростородскому. Но уже год спустя Карелин взял реванш, победив Ростородского в финале следующего чемпионата СССР. После этого тренеры сборной решили устроить между борцами повторный поединок. Его выиграл 21-летний Карелин, которому досталось право защищать честь страны на Олимпиаде в Сеуле. В 1988 году началась уникальная победная серия российского борца. В течение 12 лет он не проиграл ни одного турнира. Более того, в схватках с ним его противники завоевывали лишь минимальное количество баллов. За всю спортивную карьеру Карелин выиграл более 880 поединков и потерпел всего 2 поражения. Известны случаи, когда соперники умышленно отказывались бороться с Карелиным. Карелин входит в число 25 лучших атлетов мира, наряду с такими звездами, как Пеле и Мухаммед Али. В 1999 году Александру Карелину поступило предложение провести бой по правилам смешанных единоборств с бойцом из Японии Акирой Маэдой. Карелин победил в этом поединке. Маэде после боя понадобилась помощь, чтобы идти, при том, что Карелин не нанес ни одного удара в ходе боя. Все свои победы Александр Карелин посвящал жене. В его семье 3 детей, 2 сына и 1 дочь. Один из сыновей занимается греко-римской борьбой, а дочь художественной гимнастикой. Александр – государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», член Комитета Госдумы по международным делам. Спасибо, что смотрите канал «5 фактов о бойцах». Если вам было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на новые выпуски.